Возможное наступление Киева в Донбассе приведет к прекращению минских переговоров. Об этом в пятницу заявил глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. При этом, по его словам, Минска-3 не будет. С той стороны линии фронта все готово к наступлению, таковы данные нашей разведки. С другой стороны, с точки зрения политической, это будет со стороны Киева подрывом минского процесса. Даже больше, наступление Киева закроет минский процесс. Что с одной стороны военной, что с другой политической, Киев готов к тому, чтобы попытаться еще раз решить наш конфликт силовым путем, заявил Захарченко. По его словам, в ДНР не желают эскалации конфликта, потому что знают, что это такое, не по телевизору. Между тем, глава ДНР считает, что на фоне катастрофического падения экономики и уровня жизни простых украинцев возобновление активной фазы боевых действий в Донбассе может оказаться единственным шансом киевского правительства удержать власть.